Первыми проверила качество работ, проведенных на детской игровой площадке, местная ребятня. Что здесь всем больше всего понравилось? Горка. И все? И шарики. Строительная компания ТО «Мирия ЛТД» установила во дворе спортивный игровой комплекс «Три мушкетера», две двухпролетные детские качели, песочницы, спортивные комплексы «Бэтмены», тренажерные комплексы из пяти элементов, три современные беседки и по две лавки и урны на каждый подъезд. Комплекс работ включает в себя демонтаж и замена всех элементов благоустройства, то есть беседки. Также касается это урны, скамейки и установка на каждом дворе современной спортивной детской площадки, которая покрывается травмобезопасной резиновой плиткой и является наиболее технологически модернизированным, безопасным для детских игровых площадок. Монтажные работы подрядная организация начала в первых числах октября. На возведение дворовой площадки было предусмотрено порядка 30 миллионов тенге. В качестве подарка ко дню 25-летия со дня обретения независимости нашей страны была разбита и цветочная клумба с символической цифрой 25. А проделанной работой и подарком местные жители от мала до велика остались довольны. Я хочу выразить большую благодарность акиму Аль-Фарабийского района, начальнику отдела Сугербаеву Бахыту, ЛТД Мирей, сотрудники этого Мирея работали в дождь до позднего вечера. А что именно нравится? Вот это. Вот это? А раньше как здесь такие были? Нет? Стоит отметить, что ремонтные работы во дворе многоэтажки Пайбергенова в последний раз проводились ровно 25 лет назад. Как утверждают представители Аль-Фарабийского акимата, до конца года планируется сдать еще несколько дворовых площадок, отвечающих всем современным требованиям. Бахром Абдуллаев, Ильдар Жунусканов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «УТРАР».